Согласно распоряжению главы администрации от 24.04.2020 года о задачах по подготовке жилого фонда, объектов образования, культуры, спорта к отопительному сезону 2020-2021 годов, утверждены мероприятия по подготовке жилого фонда, объектов образования, культуры, спорта к работе в осенне-зимний период. В городе Красный Луч 972 дома, находящихся в муниципальной собственности, на балансе ОСМД и коммунальных предприятий. Три кооперативных дома, из которых запланировано было произвести работы по подготовке к отопительному периоду на 775 домах. По состоянию на 15 октября подготовлено 775 жилых дома, что составляет 100% от общего количества домов. Выполнено 100% от запланированного объема по ремонту мягкой и шиферной кровли. Отремонтировано текущим ремонтом 130 шиферных кровель и 103 дома с мягкой кровлей. Произведены работы по ремонту фундаментов, межпанельных швов, ремонту дымовых труб, ступеней, ремонту холодного водоснабжения и канализации, ремонту подъездов, электромонтажные работы. В настоящее время продолжаются работы по частичной замене сетей водопровода и канализации в рамках государственной целевой программы. Возмещение недополученных доходов за оказанные жилищно-коммунальные услуги в 2020-2021 годах. За счет средств, предусмотренных в смете расходов местного бюджета на текущий ремонт дорог, администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики в 2020 году запланирован ремонт дорог общей площадью 3051,88 метра квадратных по состоянию на 15 октября 2020 года коммунальным предприятием ДЕРСУ Краснолучского горсовета. Выполнен ремонт асфальтного покрытия по улицам Шевченко, Магистральная, Павловская, Карла Маркса, Луначарского, Студенческая, Пахоли, Новая. Общей площадью 3520,36 метра квадратных. Постановлением правительства Луганской Народной Республики от 31.07.2020 года внесены изменения в перечень объектов ремонта государственной целевой программы восстановления дорожной инфраструктуры Луганской Народной Республики на 2020-2022 года. И включен ремонт участка автодороги H21 Старобельск-Луганск, Красный Луч-Макеевка-Донецк. С целью улучшения условий проезда по территории города Красный Луч силами КП ДЕРСУ Краснолучского горсовета на договорных условиях с ГУП ЛНР «Луганский автодор» выполнен ямочный ремонт автодороги по улицам Луганское шоссе и Ткаченко общей площадью 3277,1 метра квадратных.